Хочешь купить робуксы, но задонатить в игре не получается? Все игроки из России приобретают робуксы по самым выгодным ценам на сайте playrock.com. Ого, Владус, а что тут купить можно? Ну, например, любое количество робуксов от 40 до 10 тысяч по скидкам до 50%. Повезло, повезло. Половина стоимости? А как купить, Владус? Первое. Переходите на сайт по ссылочке в описании под этим видео и регистрируйтесь через ВКонтакте или Google. Кстати, у кого были проблемы с регистрацией, проверьте еще раз. Сейчас все исправили. Второе. Выбирайте нужное количество робуксов и оплачивайте российской банковской картой или Киви. Третье. Получайте робуксы на свой аккаунт уже через 10 минут. PlayRock – это единственный безопасный способ доната в игры. Более полумиллиона отзывов, оставленных реальными людьми после покупки. Да, покупай робуксы, а также питомцев, транспорт, наборы и другие предметы в играх на PlayRock. Ссылка будет в описании под видео. Да, теперь пойдемте кое-что покажу. Идем, идем за мной, почти пришли. А иду я. Меня подождите. Я такой ресторан нашел, вы просто офигеете. Пойдемте за мной. Ну показывай уже, показывай. Здрасте. Здорово. Поздоровайся. Здравствуйте. Проходите, дорогие гости, мы всегда вам рады. А что это? Это место, где мы сможем покушать. А, я хочу кушать. А я не очень. Это симулятор голубя-то выключи. Здорово, босс! Мне, пожалуйста, это и это! А можно мне пиццы? Я хочу пиццы. Да, еще пиццу! Да, конечно, можно! С вас 3000 рублей! Сколько? У меня столько нету. Ну тогда сока. Да пофиг! Я свой ресторан открою! Ну его нафиг! Пойдемте со мной, ребята! Кар, бежим! Ресторан будет наш! Ну что же, ты будешь самым главным в ресторане. Чё? Я? Ого! Да, ты будешь мыть всю посуду. Да блин, я чё, главный по посуде? Да, это лучшая должность в мире. О, повезло, повезло. Ура! А я? Я что буду делать? А ты готовить всю еду. А я мыть всю посуду. А ты тогда что будешь делать? А я... Я буду получать деньги. Мы лучшая команда на свете! Да! 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 Какие здесь все-таки обалденные пейзажи. Давай ты на кухню, бери тарелку и неси его офицеру. Что это за звуки? Я тебя понял, Леня. Ты, Алина. Ресторан Лени? Так, стоп. Лень. Хорошо, босс. Вы что тут делаете? Ну что там, вы долго кушать будете? Я принес! Держи! Эй, ребят, подождите, куда вы, что вы делаете тут? Да блин, Степа, не им, на тот стол неси! А, понял! Господи, елки-палки, подождите, я вам помогу, ребят, успокойтесь только! Ты кто? Лень, ты что, дебил? Что будете заказывать? Лень, я готов помочь тебе сделать ресторан. Пиццу буду заказывать. У нас в меню есть биф-строганов и биф-строганов. Ладно, придется взять все в свои руки. Здравствуйте, чего желаете покушать? Я жду бифстроганов. Я тоже жду бифстроганов. Господи, вы такие оригинальные, ладно. Я уже готовлю, все. А вот и наши два бифстроганов. Хорошо, мы отдадим их нашим клиентам и... Лень, я же могу рассчитывать на хорошие чаевые? Лень, сначала бифстроганов отдай ему, а потом уже про чаевые. Не надо напрямую спрашивать, пошли. Чего хочешь, а? Говори. У тебя там работник, кажется. Спит. О, здрасте, дорогие гости, проходите. У нас так мало столов, Лень, нам нужно немножечко расшириться. Ресторан должен вмещать больше людей. Изи, я могу заказать комп. Чё? Какой комп, Лень, ты чё, дурак что ли? Нам нужно сейчас расположить парочку новых столов, потом парочку новых стульев. И главное не накосячить, сделать их правильно. Но чтобы один стол вмещал больше людей, конечно, я сделаю их на 3 места. Теперь людей приходить будет в принципе больше. И давайте мы подберем еще парочку столов, ведь у меня появилась шикарная идея. А, горю!
Так ты придурочный, ты чё на плитке-то стоишь, а? Да слезь с неё! Дальше нам нужно найти ещё новые зоны, где мы можем расположить наши столы. И наш ресторан начнёт разрастаться. Мы даже можем поставить на балконе. Не понял? У тебя недостаточно денег. Стоп, а кто потратил все мои деньги? Чё-то я не понял. Ребята, приглашаю вас за стол переговоров. Пойдёмте! Ну что же, какая наша стратегия? Кушайте! Вы чё? Совсем там оборзели, что ли? Какая еще стратегия? Вышли быстро из-за стола, у нас посетители сюда прийти не могут, а что совсем? Ай, это все Леня. Да пофиг. В смысле пофиг, у нас заказы. Ладно, эти пускай едят, они сейчас нам оставят чаевые. О, здравствуйте, дорогие гости. Быстрее присаживайтесь. Сейчас мы вас посадим за стол, где сидели как раз эти дебилы, блин. И занимали место. Как раз тут 3 человека идет. У меня ровно 54 доллара. Этого не хватит даже поставить стулья вот сюда. Да, понимаешь? Вы мне не нравитесь! Уходите! О, господи, мне нужно срочно приготовить еду. Быстрее встаем за плиту. Лёнь, слушай, из вас работники, как из меня балерина. Нам нужны новые сотрудники в ресторан. Алиночка, иди сюда. Ты такая красивая. Согласен! У меня сейчас все подгорит. Быстрее собирайте, ребята. Какого фига? Мы должны сделать самые лучшие блюда на свете. Если мы это не сделаем, наши клиенты будут недовольны. Они не оставят нам ни денег, ни чаевых, вообще ничего. Здорово, брат! Здорово, брат! Это еще что за чертовщина? Лень, чем это пахнет? Не знаю. Лень, пахнет чем? У вас еда сгорела, придурочные. Иди забирай. Это просто ни в какие ворота не лезет. На, держи, клиентик, держи, бабушка. Кушайте на здоровье, ваши бестроганы. А мы сейчас примем новых посетителей. О, что? VIP-посетитель. О, Лень, к нам пришел VIP-посетитель. Сейчас мы посадим их за самый лучший стол и сделаем им самую лучшую еду. Ни хрена себе. Лень, только прошу тебя, не накосячь. Мы ждем бестроганов. Вас понял? Вам еду с помойки, да? Сейчас. Кар, получай! Вы чё, совсем что ли? Так, бестроганов, я его собираю. И, конечно же, для VIP-клиента мы сразу же ей подадим покушать. Быстро, Лёнь, сделай мне следующий бестроганов. Ты чё встал? А чё делать, Кар? Я не знаю. Готовьте еду и несите вот сюда, за этот столик. Так, ладно, ребята, у меня уже 72 доллара. Давайте посмотрим, сколько стоит хотя бы один новый работник. О, господи. От нового шеф-повара. 200 долларов. Это слишком дорого. Просыпайся, брат! Я вам сейчас отбивную сделаю! Оп, 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 оп! Лёня! Встал оттуда, быстро ушел! Ого, смотри, сколько она денег оставила! Ну-ка! Нам нужно их все собрать! 184 доллара на балансе! У нас стало слишком много посетителей! Они все с радостью кушают! Еще бы наши повара нормально работали, а не прохлаждались! Ладно, мне придется им немножечко помочь! Мы тоже сейчас что-нибудь сварим! Че это, а? Лёнь, как бы тебе сказать-то? Я тоже здесь немножко подрабатываю поваром, иначе по-другому наш ресторан просто загнется, и никто не будет нам оставлять ни денег, ничего. Ага, мы сейчас собираем посуду и забираем наши деньги. Я тебе ничего платить не буду! Я тебя и не прошу мне платить, Лёнь, я просто хочу, чтобы у нас еда не сгорала, у нас опять все здесь на кухне подгорело. Как так? А долго здесь официанта мне ждать? Что за сервис? Я сама. Лёнь. Ты охренел, что ли? Встань быстро отсюда, у нас посетители не знают, куда сесть. Сейчас мы вас устроим, ребята дорогие, не переживайте. Присаживайтесь за стол, опа. Лёнь, у него день рождения. Ты мне нафига бестроганов-то впихнул? Скушай его, пожалуйста. Ну уж нет, Лёнь, я его кушать не буду. Этот бестроганов я дам нашим клиентам. Лёнь, тебя ничего не смущает? Нет, не смущает, а чё? А мне кажется, что у тебя на кухне что-то не так. У нас пришел VIP-клиент. Так, быстро. Мы их сейчас рассадим, потому что VIP-клиенты оставляют больше всего денег. О, господи, принесите им кто-нибудь еще один бифстроганов. Я сделаю. Да у тебя там все сгорело, полкухни уже. Ладно. Вот, давай, Степа, неси бифстроганов. А, куда? Вот, сюда, за этот столик. Здесь, потому что у нас VIP-клиент. Должны мы его обслужить как можно лучше. День третий завершен. Собрать награды. Отлично, мы посмотрим, какие у нас здесь есть награды. И сейчас мы сможем...
можем разблокировать одно блюдо, которое мы можем дальше готовить в ресторане. Я считаю, что нужно разблокировать напитки, это самое легкое блюдо будет. И подавать... Лёнь, у тебя почему все еще горит-то все? Забыл! Как ты мог забыть, Лёнь? Ну у нас сейчас будет самое невкусное блюдо. Господи, ну это же вообще жесть. Сейчас на нашей кухне мы сможем установить холодильник. Именно там у нас будут бутыльки с водой. Мне нравится здешняя еда. Очень-очень вкусно. Лёнь, ему нравится наш ресторан. Я слышал, как он сказал... Лёнь, ты чё? Подарок от заведения! Кар! Извините, пожалуйста, это мой друг, он просто дебил. Так, быстро деньги собираем, быстро собираем, открываем, возможно, новое блюдо. Я не знаю, что там выпало, но... Брат. Вы чё расселись тут? Кар, ты такой красивый. Спасибо, братан, ты тоже. Господи, они мне все испортят. Нанять нового шеф-повара. Погнали, $200, но у нас будет человек, который нам готовит еду. Стоп. А что с полом? Почему он зелено-красный? Лёнь? Ладус, я тут решил, наш ресторан будет на открытом воздухе. Смотри. Что? В смысле? И оп! Лёнь, ты что делаешь? Стой! Ты нахрена ресторан разбираешь, Лёнь? Я не просто разбираю, я его продаю по кусочкам. Лёнь, какой продаешь, Лёнь? Ты что делаешь? Зачем ты стены собираешь? Стой! Кар, что за идея? Я не знаю, что за идея. Этот человек с ума сошел, Лёня, что ты делаешь? Господи, у нас ресторан, он ломает нам ресторан. Зато у меня повышается баланс, у меня уже $1000, класс. Пойду соберу посуду у посетителей. Выбирайте, давайте покушать, да-да-да. Чё, вам не холодно? Я надеюсь, им правда не холодно. Ладно, давай, собирай посуду. И это, шеф-повар, чё ты стоишь-то? Давай готовь. А, я готовлю. Вы можете меня прокачать. Где Кеша? Говори. Какой Кеша? У нашего ресторана новое название. Какое новое название? Лёнь, а потолок ты не хочешь убрать? Во! Что? Во. Это еще что такое? Берлога Лёни. Лёнь, ты что, дурак? Кар! Это лучшее название всех веков. Точно, потолок. Отлично, теперь у нас люстры в воздухе, классный ресторан. Чё стоишь, как вкопанный, работай. Ладно, сейчас я с ним разберусь. Ты чё, зараза, не понял, что ли? Работай, тебе сказали. Я не умею готовить, научите. Что? Зачем я тебя тогда нанял, если ты не умеешь готовить? Господи, это так странно. Ладно, мне нужно сейчас приготовить несколько блюд, чтобы наш повар научился работать. Окей. Лёнь, ты займись, пожалуйста, пока что люстрами, которые у нас почему-то в небе. И сделай так, чтобы к новому дню наш ресторан приобрел новое обличие. Понятно? Ланус, понял, подожди. Конечно, Алиночка. Что? Лёня, может, мы с тобой на свиданку пойдем? Да пошел нафиг твой ресторан! Мы идем на свиданку. Лёнь, у тебя еда снова горит. Ладно, придется все сделать за Леню. Эй, идите, пожалуйста, раздайте еду. Там посетители-то ждут. А, мне нужно пока что нарезать немножко помидорки. Еда готова! Че ты по ней топчешься? Встал быстро с этой еды! Извиняюсь! Кому здесь нужно было бифстроган? Лёнь, я на коне! Можно я тут припаркуюсь? Лёнь, ты другое место не мог найти, где припарковаться? Ты совсем придурочный уже, что ли? А, господи, ладно, давай, шеф-повар. Сейчас, я тебя уже практически научил готовить. Правда, у нас тут все сгорело, все подгорело. Наши посетители будут недовольны. Лёнь! Отличное место для парковки! Ой-ой-ой, что это со мной? Ой! Да, мой друг дебил. Если вы знали это, то поставьте лайк. Если не знали, видимо, вы не подписаны на мой канал, чтобы это не знать. Кто дебил-то? Да так, Лёнь, забей. Так, у нас нет заказов. Быстро собираем у них посуду, собираем у них деньги и садим новых посетителей, потому что мой шеф-повар нифига ничему не учится. Я пол удалил. А, Лёнь, ты мог его хотя бы... продать. Сори. Ладно, посетители, давайте, проходите скорее за стол. Пока Лёня там делает какой-то странный пол, мы будем, конечно же, обслуживать наших дорогих, любимых посетителей. А мне нужно еще и вместе с этим учить моего шеф-повара. Примем у всех заказ на водичку. И не зря мы тут поставили холодильник. Сейчас мы им всем воду принесем. Нате, держите. Я хочу повышение. Еще что тебе сделать? У нас шеф-повар наконец-то начал работать. Мы отнесем бабушке чизбургер. Ха-ха, три совы.
Если ты не перепишешь на меня свой ресторан, я построю свой. 10 минут спустя. Итак, настало время нанять нового официанта, добавить новых стульев, поставить новые места для посетителей и даже для больших компаний. Оборудуем этот большой стол новыми местами. Отлично, теперь наши посетители точно станут довольны. Я, правда, потратил практически все деньги. Но ничего, зато ресторан будет просто вот такой. Это еще что такое? Ну как там с деньгами? Ты кому? Ладно, давайте мы не будем сильно на это отвлекаться. Мы лучше продадим цветок и поставим сюда еще одно кресло. Отлично, теперь в нашем ресторане куча-куча мест. Ладно, я на все проданные деньги от стен купил себе тачку. Бум. Тачку? Ты че? Совсем уже, что ли, Лень? Какую тачку еще? Куда ты поехал на ней в ресторан? О, господи, он мне сейчас все испортит. Да, у меня новые награды есть, но мне сейчас вообще не до наград, потому что этот Леня мне реально все портит. Хорошо, мы сделаем наш ресторан немножечко фастфудным. И, кажется, одного шеф-повара нам уже не хватает. Да нормально, я справляюсь. Ага, что ты справляешься? Стоит, даже ничего не готовит. Давайте, ребята, принимайте заказы. Кому бифстроганов? Можно мне бифстроганов. Ого, какой важный дядя. Конечно, забирай. Деньги мы должны собирать со всех столов. Посмотри, сколько в ресторане у нас стало мест. Лень, припаркуй мою машину. Куда я тебе ее припаркую? Ты убери ее отсюда, у нас посетители прийти не смогут. Так, записал. Все. Че ты там записал, Лень? Че ты записал? Убирай машину быстро. Владу, что у нас тут за пара? Ну ё-моё, достался своей машиной. Он еще и посетители переехал. Господи. Дебил, вот реально дебил. Ладно, здрасте. Вы, пожалуйста, проходите. Вот вам стол на четверых, садитесь. Ё-моё, сейчас у нас деньги полетят просто горой. Только нужно... Все, припарковал. Лень, я тебя реально когда-нибудь пришибу. Вот реально, возьму тарелку от бифстроганова и пришибу. Ты, что с нашими креслами? Я покрасил за 10 тысяч долларов. А, молодец. А вы-то что сидите здесь? Встали оба! Надо их как-то реально выгнать. Так, здрасте. Мы наймем нового официанта, потому что наш официант немножко уже не справляется. А готовить нам придется пока что самим. На, держи бифстроганов. Еще 10 минут спустя. Сейчас мы расширим наш ресторан. И будет это стоить 600 долларов. Ага, отлично. Нам добавилось 2 квадратных метра. Ну, ё-моё, почему так мало? Лёнь, нам нужно перекрасить пол. Ладус, а что с названием нашего ресторана? Чего? Лёнь, ты что, здесь написал вместо названия ребус? Не. Лёнь, так его же разгадать легко. Напишите в комментариях, какое слово зашифровано здесь вместо названия. Господи, Лёнь, это самый легкий ребус, наверное, который у нас когда-либо был. Ладно, давайте мы поможем нашим официантам. Мы сейчас разнесем немного еды, а дальше нам нужно будет немножко переделать ресторан. А для этого нужно всех... выгнать. Вы уверены, что хотите выгнать всех клиентов? Ну, по-другому здесь никак. Уверен. Чего? Блин, где клиенты? Одна только вон сова осталась. Что ты сидишь-то здесь место занимаешь? Ладно, сейчас мы в спокойном режиме. Должны взять все вот эти столы и немного переместить. Лень, катись отсюда подальше уже, пожалуйста. Немного переместить. Мы должны сделать более умные места, чтобы наш ресторан был максимально эффективный. Чтобы сюда вмещалось больше народу. Поэтому мы сейчас переставим абсолютно все стулья, все столы и все диваны. Самое время установить новую плиту. И кажется, я ее как-то не так поставил. Но это не важно. Дальше я решил поставить фритюрницу, потому что здесь блюда получаются гораздо дороже. А еще я поставил баночку для чаевых, и здесь у нас 8 долларов. Кухню будем расширять вот в эту сторону. Пока что деньги у меня полностью закончились. Лень, Владус, мне это все надоело. На! Лень, ты нафига стакан выкинул? Ты чё, совсем что ли придурочно? Его нужно было отнести посетителям. Так, а мы сейчас рассадим всех посетителей. Если не он. О, а чё такое? Чё, встал отсюда, быстро ушел, ты место занимаешь. Наши повара трудятся, работают, и нужно им будет повышать уровень. И знаете что? Владус, я открыл свой ресторан. Бум. Лёня, ты лучший. Ресторан Леонардо Андреевича. Чего нафиг? Но этот ресторан я покажу в следующей серии. В смысле? Да-да, поэтому подпишись на канал прямо сейчас, это очень важно. Лайк поставь, чем больше лайков, тем быстрее следующая серия. Ребята, вы сами знаете, что делать, а я пошел смотреть ресторан Лёни. Ставь лайк, чтобы вышло продолжение.